Так, сейчас начнем. Не уходите. Так, давайте приступим. Сегодня у нас тема про запись звука на свадьбах, как это делать правильно, вообще с чего начинать. В моей карьере, допустим, был момент, когда я уже понимал, что с видео я работаю неплохо, да, то есть у меня как бы видеоряд устраивал, но звук как бы... Ну, оставались какие-то вопросы к звуку, да, слишком много шумов, где-то кто-то там тихо говорит, его не слышно и так далее, да. Были моменты вопросительные такие к звуку. И когда я понял, что с видео как бы нормально все, нужно двигаться в направлении хорошего звука, я начал задавать вопросы, и вот в 2010 году мы попали на мастер-класс SafeMoment в Москве. И там впервые мы увидели рекордер Zoom H4N. Они уже им пользовались там около года, двух, по-моему. И там же в Москве сразу после мастер-класса мы заехали на какой-то радиотехнический завод, либо завод электроники, что ли. И там продавали эти звуковые рекордеры. Мы все три человека, которые посетили мастер-класс, мы все втроем купили звуковые рекордеры и приехали в Дагестан. Здесь их как бы этих рекордеров не было. Со звуковыми рекордерами мы приехали в Дагестан. Тогда мы еще снимали на наплечные камеры. У меня было... Нет, на Panasonic, по-моему, еще не было рекордера. Вот Zoom, этот Sony EX1R была такая камера. У Соньки снимала Full HD. И вот именно в момент еще наплечных камер мы застали звуковые рекордеры. И уже тогда мы писали звук с пульта.
То есть до появления этих рекордеров, конечно, у нас тоже были варианты. Это были маленькие медиаплееры, ну, обычные плееры, в которых слушают музыку, да. Некоторые из таких плееров могли на 3,5-миллиметровый джек писать сигнал, но они очень быстро перегружались. То есть сигнал перегружался, и часто проблема таких плееров была в том, что они писали только в MP3. То есть очень сжатый вариант. Несколько свадеб, я помню, я писал на MP3 плеер, мне запись не понравилась, ну, как альтернатива, да. Вот. Потом уже я перешел на Zoom H4N. Первая версия потом пошла H4. Ну, разные версии я использовал. N Pro и вот вплоть до последней версии, которую я сменил на Tascam, я записывал на Zoom H4N. Это, наверное, самый оптимальный рекордер для записи звука на самом банкете. Вот. То есть практически весь звук, который, ну, покрывает вашу свадьбу, то есть это 90%, да, 90-95% вашего видеоматериала нуждается в хорошем звуке с пульта, да. Для чего это вообще нужно? И, вероятно, многие из вас даже, ну, не задумываются, а для чего вообще нужен звук с пульта, да? Некоторые иногда делают, что передают сигнал по беспроводному какому-то микрофону, ну, радиомикрофону, да, сразу на камеру. То есть у них идет чистый звук с пульта сразу на камеру, и то есть в монтаже им уже объединять, как синхронизировать звуки и так далее не нужно, да. Но так или иначе, это немножко неудобный вариант. И не очень приемлемый, потому что рано или поздно вы прервете запись, звук в этом месте тоже прервется, а это может быть не очень удачный момент, да, либо вы случайно нажмете, либо песня не закончится, а вам нужно прервать музыку, да. Понятное дело, что вы можете это делать без стопов, да, то есть нажать запись, и она будет идти. То есть не на всех камерах вы сможете сделать это без стопа, потому что, ну, большинство камер все еще пишут по полчаса, потом происходит остановка, вы должны будете продолжать. То есть будет потеря звука. Так или иначе, если вы сигнал по беспроводному какому-то устройству пишете сразу хороший сигнал на камеру, вы можете столкнуться с проблемами, когда у вас какой-то части звука, там, конца песни или начала песни, середины песни у вас не будет. То есть процесс записи видео и процесс записи звука, он должен быть автономным. То есть он никак не должен нахлёстываться друг на друга, иметь какую-то связь и так далее. И как в начале записи, так и на монтаже тоже никакого нахлёста. Очень редко бывает нахлёст, когда мы смешиваем звук с камер со звуком с записывающего рекордера. Очень редко бывают такие ситуации, и я сегодня об этом тоже расскажу. То есть одним из шагов улучшения вашего видео является звук, потому что звук также, как и видео, может очень сильно повлиять на восприятие человека. То есть если вы, допустим, сделали клип, и у вас очень какая-то красивая хитовая музыка, да, она может улучшить ваш клип. То есть визуальный ряд автоматически станет лучше, потому что у человека какие-то триггеры, классная песня, мне очень нравится, и под эту классную песню идет какой-то интересный видео, ну, стандартный, допустим, видеоряд, да. Ему клип может понравиться только благодаря подобранной музыке. Музыки, песни не имеет значения, да? Вот. Поэтому есть вот такой момент, да, что может быть 40-50% восприятия видеоряда это звук. Поэтому это немаловажный фактор. За звуком нужно следить, звук нужно
писать правильно, обрабатывать звук нужно тоже правильно, чтобы он всегда, ну, чтобы он не уходил на задний какой-то план. Вот, допустим, если вы сейчас пишете звук на просто на камерные микрофоны, вы сами понимаете, что вместе с этим звуком, который вы пишете на камерные микрофоны, идет очень много шумов, да? И не всегда, вот, допустим, если вы сидите в зале, вас это не сильно напрягает, да, когда вы смотрите на танцующих, на сидящих, вы слышите все шумы, вы слышите музыку и шумы одновременно, да? Вот, вас это не сильно напрягает, но при просмотре видеоряда вы намеренно, то есть оператор, видеограф, монтажер, мы намеренно переключаем план. То есть, когда мы видим сидящих, мы хотим слышать шумы сидящих. Когда мы переключаем на танцующих, мы, соответственно, хотим слышать лучше музыку, да? Больше слышать музыку. Вот. А когда вы пишете нанокамерные микрофоны, у вас происходит вот такой сдвиг, да, несоответствие количества звука хорошего и количество, ну, и видеоряда. То есть там, где песни играют и люди танцуют, вы можете слышать какие-то фоновые шумы, люди что-то говорят за кадром и так далее, может, рядом с вами кто-то стоит и громко разговаривает, да? И это будет несоответствие. Человек смотрит на танцующих, а здесь кто-то с кем-то переговаривается, там машины обсуждают или там какие-то бриллианты, драгоценности. То есть это несоответствие будет видео и звука. Воспринимать такое видео будет немножко сложновато, лишние вопросы, вы заставляете человека думать, а почему так, а почему не так, вот. Вот этого быть не должно. Поэтому, если вы показываете танцпол, должен звучать хороший звук. Хороший, ну, все, что было на банкете, музыка, звук и так далее. Если вы показываете сидящих, или стоящих, или во дворе кто-то переговаривается, курит и так далее, то, соответственно, должны быть слышны именно эти люди, да, именно этот звук. Не звук с зала, а звук вот именно того места, где, которое вы снимаете. Вот это очень важно, и за этим нужно следить. То есть, чтобы перекрыть большую часть хорошего звука на свадьбе, на банкете, а это чаще всего банкет составляет большую часть вашего видео, мы используем звуковые рекордеры, которые пишут чистый звук с пульта, с микшерского пульта. Кто не знает, что такое микшерский пульт, если вы подойдете к любому музыканту на свадьбе, на любом мероприятии, у него обязательно есть вот такое прямоугольный или там квадратное устройство с кучей крутилок, да, это есть микшерский пульт, вот, на который подаются все звуки и музыкантов, и певцов, и барабанщиков, и всего, что идет на колонке, весь звук проходит вот через этот микшерский пульт. То есть вы имеете возможность записать чистый звук без шумов, без возгласов, без интершума какого-то и так далее, вы имеете возможность сразу, используя тюльпанчиковые выходы или какие-то другие, записать чистый звук вот с этого микшерского пульта. Вот, записывается он на любой рекордер, в котором есть вот такие джеки, да, XLR или TRS. То есть эти джеки, они двойные, тут можно... Так, XLR, наверное, я вам не покажу. Сейчас, секунду. Вот с помощью вот таких кабелей. Эти кабеля мы подключаем непосредственно в наш звуковой рекордер. Вот. А с этой стороны у нас идут тюльпанчики. Вот. Большинство
этих микшерских пультов имеют вот такие входа тюльпанчиковые, да, и вы можете вот левый-правый канал записать на ваш рекордер. То есть у вас будет стереозвук. У вас будет чистый стереозвук, который идет с пульта на ваш банкет. Вот. Есть варианты немножко другого подключения, да, здесь XLR-джеки тоже возможно подключить. Я уже очень долго пишу звук, я столкнулся, ну, были проблемы, перегрузы, тогда это все было в начале, я это все изучил, переболел, пересмотрел кучу форумов и так далее. Я вам не рекомендую использовать XLR-джеки. То есть, если вы собираете шнуры самостоятельно, либо даете кому-то паять, то есть у меня шнуры 4-метровые, если вы собираете самостоятельно какие-то шнуры, берите с одной стороны тюльпанчики, с другой стороны берите вот такие TRS, моно. Вот, это моноджек TRS, TS или TRS, я уже не помню, TRS, по-моему, стерео, TS, вот, это есть моноджек. Вот, а левый канал, правый канал, вот. Таким образом мы получаем стереозвук чистый с пульта. Все остальное будет зависеть от самого устройства, то есть качество записи чаще всего будет зависеть от вашего устройства. Так, какие проблемы могут быть у вас вот с XLR-входами? Если вы вместо них будете использовать XLR-входы, вот вы можете сейчас кучу форумов пересмотреть, кучу умников послушать по записи звуку и так далее, и так далее. Вот если вы доверяете моему опыту, 12, там, ну, я вообще около 23 лет, да, я занимаюсь видеосъемкой, и с 2008 года... Я занимаюсь исключительно видеосъемкой, и с 2010 года я пишу звук. То есть более 13 лет я пишу звук на звуковое устройство, и я понимаю, что это такое. Может быть, технические какие-то параметры, характеристики в чем-то я не разбираюсь, да? Но практики у меня больше, чем, ну, у любого другого. Поэтому... никогда не используйте с этой стороны, которую вы будете подключать в ваше звуковое устройство, XLR. XLR вы можете использовать для каких-то микрофонов. Но если вы снимаете сигнал с пульта, обязательно используйте вот такие джеки. Вот. Потому что на XLR-входах, ну, я так решил, на XLR-входах всегда будет больше перегруза. То есть даже если я беру один и тот же пульт, один и тот же звук, вот на этот звук, на этот джек у меня будет меньше перегруза, чем на XLR. Это вот чисто мой опыт. Доверьтесь мне, от того, что вы здесь будете использовать TS-джеки, TRS-джеки, да, звук ваш хуже не станет. Поэтому, если есть вариант использовать такие или XLR, обязательно выбирайте вот такие для записи звука с пульта. Если вы записываете на какие-то внешние микрофоны, стерео, динамические или кардиодные, там можете использовать XLR-джеки. Вот. А чисто для записи с пульта используйте вот эти TRS-джеки. Вот, это все, что касается сборки вот этих кабелей. Кабеля используйте 3-4-метровые, потому что, ну, дальше я скажу, вам придется выносить звук, то есть, чтобы ваш звуковой рекордер не валялся где-то под столом и перед каким-то музыкантом, чтобы он прямо в него или напротив него не стоял и все его звуки фоновые не писал, звуковой рекордер мы обязательно выносим, оттаскиваем от микшерского пульта в сторону одной из колонок. То есть любой
рекордер, что касается, ну, то есть мы оттаскиваем, нам нужна определенная длина кабеля, чтобы звуковой рекордер немножко оттянуть и установить там, где нам нужно, а не где позволяет нам кабель. Вот. И вот 4-метровые кабеля практически с любой задачей по записи звука, по переносу, допустим, звукового рекордера на штатив куда-то, да, они позволяют вынести звуковой рекордер в нужное место. Вот 4-метровые кабеля. Можете использовать меньше, больше, разницы нету, но вот у меня 4 метра, мне везде этих 4 метров хватало. Вот. Стандартные, которые продаются на Алиэкспрессе, кабеля, они полутораметровые, бывают двухметровые. Но вот по моей рекомендации это короткие кабеля. 3-4 метра, если вы кабеля возьмете, то их будет достаточно. Еще один момент, который касается кабелей. Иногда на... Ну, это вот два конца одного кабеля. Иногда на самих пультах не бывает тюльпанчиковых ходов. То есть один вы подсоединили к рекордеру, а второй у вас вот такой, да. Если у вас нет тюльпанчиковых, соответственно, входов, вы можете сделать еще одни кабеля, в которых будут вот такие разъемы. Это уже вот стереоразъем, видите, у них три части, да, разделенные вот этими кольцами черными. Если три, значит это стерео. Если два, значит это моно. Вот это моно джек, это стерео джек. Вот. Один ТС, по-моему, это ТРС. Вот. То есть вместо того, чтобы собирать второй комплект кабелей с другими джеками, вы можете взять просто переходники. Берем переходники с этих, допустим, с тюльпанчиков вот на такие. Есть такие переходники, их валом, сколько хотите. То есть, когда вы попадаете на свадьбу, у вас нет возможности подключить вот такие кабеля. У меня есть отдельная маленькая сумочка с переходниками. Там практически все переходники есть, да. Вот у меня один комплект кабелей и куча переходников. Я подключаюсь к любому пульту. Все. Проблема с кабелями решена. Другое дело, если вы хотите писать не только два канала с звукового, ну, с микшерского пульта, а три или четыре. Вот если вы шорты на моем канале посмотрите, в одном, ну, одни из последних шортов, которые я писал, звук на свадьбе, я писал на этот рекордер, и у меня два канала, третий, четвертый, шли на тюльпанчики. И еще один кабель у меня был, он шел у меня на наушниковый выход. Вот. Он не совсем адаптирован, потому что здесь у меня стерео, а наушниковый выход он стерео. А здесь у меня на этом конце должно быть два джека моно. Вот. Но у меня здесь один стерео. И, ну, это немножко неправильная запись, но это контрольная запись. Вдруг, если что-то случится, да, я буду иметь возможность использовать вот этот канал. Вот. То есть, если вы хотите дополнительно, отдельно там записать барабанщика, отдельно записать какой-то другой инструмент, или отдельно записать голос певицы, отдельно записать голос тамады, для этого вам придется уже иметь дополнительный комплект кабелей. Вот. Это если мы усложняем запись звука. Пока что, ну, я простые вещи вам объясняю. Что касается звуковых рекордеров, по кабелям я все сказал. Я рекомендую использовать любые 4-канальные звуковые рекордеры. 4 канала. Что означает 4-канальный звуковой рекордер? Это рекордер, который имеет возможность сразу 4 канала одновременно писать на флешку. 4 канала. То есть, вот, допустим, вот эти микрофоны, левый, правый канал, левый и правый канал, это есть два канала. Вот два здесь входа, левый, правый канал, это есть два канала. То есть,
Одновременно мы можем писать и микрофоны, левый-правый канал, и какие-то два входа. То есть стандартным рекордером, которым я рекомендую вам пользоваться, это четырехканальный рекордер для записи хорошего звука. Некоторые пользуются двухканальными рекордерами, то есть пишут звук только с пульта. Их это устраивает, но такой вариант я уже тоже давно отработал. Мне такой вариант не устраивает, не нравится, да? Поэтому я не пишу. Возможно, для некоторых удобство имеет больше значение, да, чем запись качественного звука, да? Некоторые могут себе позволить использовать, допустим, смонтировать свадьбу без вот записи хорошего звука. Кто-то может использовать просто на камерный звук. И для людей, которые вот таким качеством звука удовлетворены, их переубедить очень сложно. Ну, у меня и нет цели таких людей переубеждать. Вы можете продолжать писать и монтировать на камерном звуком, ничего хорошего в этом нету. Возможно, вы быстрее деньги заработаете и так далее. Но никто не скажет, что на вашей свадьбе был хороший звук. Вот именно уже в готовом смонтированном варианте. Поэтому двухканальные рекордеры, они могут быть размером меньше. Вот, большинство операторов, которые пишут двухканальный звук, они оправдываются тем, что это меньше места занимает. На самом деле есть хорошие рекордеры, которые пишут входной сигнал с пульта на два канала, то есть у них возможности нет. Это обычные сонические диктофоны, да? Они на самом деле раз в 5, наверное, меньше, чем вот этот рекордер. В том числе Zoom H1, Tascam 0.5 и так далее. Они все маленького размера, раза в 4 меньше, чем этот, но они имеют возможность писать только два канала. И вы можете выбрать, какие два канала. Либо два канала на микрофоны, либо два канала на входы. Вот. Но входы там не такие, не профессиональные, а входы там, ну, обычные 3,5 миллиметровые, вот такие. Один, то есть на маленьких рекордерах, диктофонах, у них вход вот такой будет. Не вот такие, а вот такой. Соответственно, кабеля там тоже будут немножко другие. Но там уже вытягивать куда-то рекордер смысла я не вижу. Если вы пишете два канала, то кабеля достаточно иметь короткие и бросить где-то ваш рекордер рядом с пультом. Да? Там кабеля могут быть там 15-20 сантиметров. Вот. Не рекомендую писать двухканальный звук, потому что он не решает полный спектр задач записи хорошего звука. Да? Что такое хороший звук? Вот смотрите, на руках, на пальцах объясняю, что такое хороший звук на свадьбе. Вы пишете на камерный микрофон, вы находитесь в центре танцпола. Вы находитесь в центре танцпола, и звучит музыка. И вы снимаете какой-то сюжет. И вокруг вас люди танцующие. Ну, это я так объясняю, чтобы вам было понятно. Вокруг вас все танцуют, они могут разговаривать. Во время танцев часто люди разговаривают. И это, ну, не плюсом будет к записи звука. Тем не менее, все равно какой-то шум, общий шум зала, он тоже будет записываться, плюс еще будут записываться голоса людей, которые находятся рядом с вами. Вот что такое запись хорошего звука? Запись хорошего звука – это когда вы можете чистый звук отделить от шума зала. То есть, когда вы можете чистый звук регулировать, поднять чистый звук, насколько вам нужно, но при этом вы не поднимете шум зала. И наоборот, да, когда вы можете регулировать шум, не двигая уровень чистого звука. То есть, когда вы находитесь в центре танцплощадки, музыка играет,
и вы находитесь в центре танцплощадки, снимаете кого-то, то на камерный микрофон будет у вас, там будут слышны звуки музыки, песен и так далее, но вместе с этим 50 на 50 вы получите звук шум зала и говорящих людей, которые находятся рядом с вами. То есть будет 50% слышна, ну, музыка, и эта музыка будет зашумлена вот этими шумами, которые находятся вокруг вас. Это общий шум зала и шум людей, которые разговаривают рядом с вами. Нужен ли вам этот шум в этот момент? Это вы решаете уже на монтаже. Вот теперь смотрите. Когда вы пишете на накамерный микрофон, вы не можете уровень шума регулировать. Вы не можете уровень шума регулировать. Вы не можете взять и опустить шум зала и оставить только чистый звук. Или наоборот, вы не можете, если кто-то слишком часто говорит, и вы, там слишком мало шумов, вы не можете поднять шумы и оставить чистый звук или голос какого-то человека на месте. Очень явно это выделяется в местах, где человек говорит в микрофон очень тихо. И вы снимаете звук на камерный микрофон. Звук говорит очень тихо, и даже зал не слышит говорящего. Но он говорит в микрофон, микрофон держит достаточно далеко, но шум зала преобладает над звуком говорящего. То есть даже вы, стоя в направлении говорящего, вы не слышите, что он говорит. Как вытянуть звук в этом случае, если вы писали только на накамерный микрофон? Это практически невозможно. Даже если вы поднимете звук в камере, уже на монтаже, вы поднимете общий шум, но при этом звук говорящего слышен не будет. Вот это основная проблема, с которой мы можем встретиться при записи звука только на накамерный микрофон. Вот. Это большая проблема. То есть, да, вы можете сослаться на то, что я же не виноват, что, допустим, ее не было слышно. На самом деле, вы можете сделать отсылку на то, что там звуковик не отработал как надо, да? То есть, если человек накосячил, при чем тут я? То есть, если в колонках не было звука, и если говорил человек тихо, при чем тут я? Вы можете на это сослаться, да? И вы можете объясняться перед клиентами за каждый вот такой момент. Ну, если вы пишете, допустим, на накамерные микрофоны. На самом деле это так, а от вас это не зависит, да? От вас это не зависит. Звуковик может накосячить, где-то звук может быть плохой, где-то звук будет, допустим, фонить. Это тоже от вас не зависит, и, соответственно, звук, записываемый на накамерный микрофон, он может включать в себя вот эти все проблемы. И от вас это может не зависеть, да? И вы можете оправдаться перед клиентами, что это не моя сфера воздействия, да, я на это повлиять не могу, поэтому я записал, как записал. Но этот вариант подходит для тех, кто работает, ну, в такой текучке, да, сделал, отдал побыстрее, без нагрузки на мозг, ни на свой и ни на клиентов. Сделал, отдал, смонтировал, отдал монтаж 1000 рублей и так далее. Вы можете. Но когда вы уходите за пределы среднего ценника, да, когда, ну, по городу там 50, а у вас 70-80, вы уже должны давать, принимать на себя чужую ответственность тоже. То есть, если вы снимаете за 15 там, или за 10 тысяч вдвоем, вы, как главный оператор, можете сказать, короче, вот второй не снял что-то, это он не снял, да, вот клиентам вы можете сказать, это он не снял. Ну, я и так, я 5000 получаю, что я за него буду отвечать, что ли, и так далее. Вы можете так сделать.
Но когда вы выходите за пределы среднего ценника, вы должны уже ответственность брать и за других тоже. Не только уже получается, чем выше стоимость, тем более гарантированный результат вы должны дать, даже если другие накосячат. И не только операторы, и световики, и звуковики. Кто бы ни накосячил, вы взяли на себя ответственность за съемку видео, и кто бы и что бы ни накосячил, вы ответственны за вот это все. По максимуму, потому что вы берете больше, чем остальные. Вы должны выдавать результат лучше, чем остальные. И гарантировать какой-то результат. Вот. И если в низком ценовом диапазоне никаких гарантий не бывает, там звук не записался, фиг с ним, с камеры смонтируй, да. Там второй оператор что-то не снял, ну не снял, не снял, да, в следующий раз снимет. И так далее. То в высоком ценовом диапазоне там ответственность идет только на главного оператора. Даже если втроем ничего не снимали, ты отвечаешь, и все висит только на тебе. В том числе и по записи звука, обработке и все остальное тоже. Али Гаджи, валейкум салам. Где лучше размещаться видеографу, чтобы, наверное, пошли заказы? Как вам сказать? Чаще всего это сарафан. Ну, раньше так было, да, то есть вот со времен советских. Это было сарафанное радио. Оно, в принципе, работает, если вы достаточно стабильный человек, вы очень много снимаете, то сарафанное радио, оно работает, оно приносит вам заказы, и на это тоже нужно как бы делать акцент, на сарафанное радио. То есть вы выдаете стандартный, четкий результат, без, допустим, заморочек особо сильных, да, и у вас там невысокий ценник, и от этого сарафанное радио будет набирать обороты и так далее. Если вас абсолютно никто не знает, то в первую очередь, наверное, нужно познакомиться с... Я бы рекомендовал познакомиться вам с коллегами, которые работают в вашем регионе, со всеми. Вот. И я это рекомендую всем новичкам, которые только приходят, да, которых, допустим, я обучаю, я им говорю, после обучения всегда заходите в группы, знакомьтесь с новыми, ну, с операторами, которые уже давно работают. Можете скидывать туда свои работы, вот типа моя работа, если что, я вот тут, да, и так далее. Вот это самый первый шаг, который вы должны сделать, познакомьтесь со всеми операторами, пусть они знают, что вы есть, и что вы можете, и какое оборудование там у вас есть, и вдруг что вы сможете там где-то чью-то съемку перекрыть, да. Это в первую очередь. Ну, это чтобы вообще без работы не остаться, это нужно вот поддерживать связь с коллегами. Причем нужно поддерживать связь такую дружескую. Не просто там 8 тысяч каждый день объявление свое скидываешь в группу и так далее, а дружескую, чтобы люди понимали, что ты хороший парень, с тобой, в принципе, можно и так просто поговорить, не только по съемке, но и по каким-то другим темам, да, и так далее. Вот чтобы это... Далее, рекламироваться можно где угодно. В принципе, Авито такой сильный, это только на долгосрок. То есть, если вы сидите в Авито там лет 10, у вас одно объявление постоянно активируется, у вас там набираются отзывы, 40-50 отзывов, возможно, вы будете получать заказы с Авито. Чаще всего нет. Авито не та площадка, которая приносит какие-то заказы. Вот. Ну, может быть, в редких случаях, но опять, это ваш аккаунт должен быть с отзывами, потому что если отзывов нет, то, скорее всего, вас не наймут, какая бы там цена у вас не была. Если отзывов нет, скорее всего, не наймут. Инстаграм, может быть, ТикТок, может быть, Ютуб обязательно. Но это все площадки, в которых быстро разрекламироваться вы можете только за счет, ну, купленной рекламы.
Вот. Если вы хотите быстро набрать обороты, чтобы о вас быстро где-то узнали, это вот реклама. Вы должны ее покупать. Вот. А так, если вы новичок, я вам рекомендую, заведите все соцсети. И да, самотеком это очень быстро доход вам не принесет. Всемирную известность вы тоже сразу не получите. То есть на это надо тратить время, нужно уметь работать с соцсетями, заполнять теги, особенности соцсетей знать, чтобы за 5 лет там вы получили там 10-20 тысяч подписчиков, чтобы это все было правильно. Потому что вы можете за 5 лет там набрать там 300 подписчиков, если будете делать неправильно. То есть вдобавок к видеосъемке, монтажу добавляется еще освоение этих соцсетей, как они работают, как делать посты правильно и так далее. Вот это, наверное, такие рекомендации быстрые. Так, идем дальше. Что касается вот звука и шумов. То есть хороший звук – это когда вы в любой момент времени, имеете возможность регулировать чистый звук и количество шумов. Как записать чистый звук и количество, ну и, соответственно, шум зала постоянный, чтобы он был непрерывный, да? Некоторые используют, вот, допустим, те, кто пишут на двухканальные рекордеры, как они работают. Они берут чистый звук с пульта, у них есть рекордер, он постоянно пишет непрерывный звук с пульта. А шум зала они добавляют, используя звук с камеры. Шум зала они добавляют, используя звук с камеры. Но там есть один нехороший момент. То есть вы все представляете, да, как идет монтаж. У нас вот тайм-линия, мы раскидали все видео. Звук. Звук у нас непрерывный. То есть он везде у нас есть в любой момент времени. Я имею в виду звук с рекордера. А на монтаже у нас видео кусочками. Здесь кусочек, здесь кусочек, здесь кусочек. А в промежутках у нас получается только чистый звук. Причем, когда мы имеем такой монтаж, когда мы хотим звук с рекордера смешать с чистым звуком, мы не имеем возможности вот этот кусок куда-то подвинуть. Мы не можем какую-то перебивку откуда-то перетащить и поставить здесь вместе с шумом, который на самом деле записан. То есть получается, когда идет какая-то песня, и вдруг вот этот файл оператор там споткнулся или прервал запись, то есть шум зала прекращается, остается только чистый звук. И на этот чистый звук вы можете какие-то перебивки с другой части свадьбы перетаскивать, при этом вы шум должны будете убирать, потому что там может быть другая музыка. Вот. То есть тут появляются какие-то проблемы. То есть вы имеете чистый звук, иногда будет интершум, шум зала, но иногда этот интершум будет пропадать, и вы будете получать только чистый звук. И вот это будет иногда очень сильно, явно заметно, когда вы получаете звук с интершумом, и когда звук идет чистый, и нету интершума. Вот эти все переходы будут заметны, и их будет очень большое количество, потому что свадебный монтаж – это очень много переходов там, между камерами, очень много остановок, хотите вы, не хотите, у вас в любом случае это будет. Вот. Поэтому двухканальную запись, вот такую, при которой вы будете использовать шум только с камеры, это недостаточно качественный вариант. Такой вариант использовать можно, но недостаточно качественный и непрофессиональный, да? Поэтому объясняю, как сделать звук еще лучше, да? То есть мы используем прямо по максимуму, чтобы звук, так же как и видео, ну никто не смог придраться к звуку, да? Поэтому что мы делаем? Мы пишем 2 канала чистых вот на эти входы. И мы пишем шум зала на микрофоны. Мы пишем шум зала на микрофоны. Теперь, когда мы записали шум зала на микрофоны, как мы пишем шум зала на микрофоны, мы можем развернуть наш рекордер в сторону зала.
подключаем два кабеля к пульту, чистый звук, и два других канала пишут в направлении зала. То есть мы пишем шум зала. Теперь, когда человек будет говорить тихо, когда он будет говорить тихо, мы имеем возможность, у нас есть чистый звук, а чистый звук можно на 300-400% поднять без видимых, ну, слышимых шумов, да, без усиления шума. У нас есть чистый звук. Вы можете, не трогая шум зала, записанный на микрофоны, поднять чистый звук. То есть, когда человек говорит тихо, при этом слышен только шум зала, вы можете взять чистый звук с пульта, увеличить громкость на 500%, и вы получите голос, который никто не слышал на свадьбе. Который никто не слышал. Даже если человек будет слишком далеко микрофон держать, хоть какой-то звук его голоса вы получите в записи. В чистой записи он будет в любом случае, если микрофон был включен. Вот. Поэтому здесь уже вот смотрите, когда мы имеем четырехканальную запись, у меня получается две разные дорожки. Одна дорожка – это левый-правый канал чистый звук. Вторая дорожка – левый-правый канал шум зала. И я могу регулировать чистый звук независимо от шума зала. Я в любой момент времени на таймлине, звук у меня пишется непрерывно, там 5-6 часов, пока свадьба идет, он пишет одновременно 4 канала, одновременно 2 дорожки получается. В любой момент времени я имею возможность подтягивать чистый звук, уменьшать шум зала, или наоборот, уменьшать чистый звук, добавлять шум зала в любой момент времени. Я могу это сделать сразу со всей дорожкой, увеличив громкость на всей дорожке, либо я могу это делать с помощью ключей отдельно в каких-то моментах. Вот. И тем самым при записи, вот четырехканальной записи, да, которую вы получаете на микрофоны и на входы левый-правый канал, при такой записи вы не используете звук, записанный на камеру. Он не нужен. Чаще всего это всегда бывает очень отвратительный звук. Чаще всего, да. Единственный нормальный звук на камерный я слышал на R5. Canon R5, там, по-моему, пятиканальный какой-то звук идет. Ну, там, ну, действительно, по частотам, по диапазону звуковому, там очень хороший такой приятный звук идет. Но все равно, опять, я уже говорил, что если вы не имеете возможности регулировать уровень шума, то это нехороший звук вы получите. Вы получите естественный звук, который был там на съемочной площадке. Но это не хороший звук в плане того, что люди будут смотреть на телевизоре. И вот этот шум частотный, да, ну, частоты вот этого шума, они будут раздражать. Они будут, то есть, если шум моря, там, вы будете, можете слышать, ну, слушать и наслаждаться шумом моря, там час-полтора, и вас это не будет напрягать, то шумом зала, где люди там разговаривают постоянно, вас это будет напрягать. Даже если этот шум какой-то явный, а на камерных микрофонах он будет явный, он будет постоянно. Он будет во всех кадрах у вас. Это вас будет напрягать. Поэтому хороший звук записывается именно так. На тот же самый рекордер, на который вы пишете чистый звук, вы пишете одновременно и на входные микрофоны. Вот. Пишем 4 канала. Вот. Причем, смотрите, есть теперь два варианта, да? Два варианта записи шума зала. Вы можете, вот я зал, да? Вот здесь у меня стоит пульт, я подключился шнурами. Я направляю в зал. У меня будет очень хороший, отчетливый шум зала. И его иногда может быть много. То есть у меня
микрофоны запишут не только шум зала, они запишут, соответственно, и звуки музыки, да? Но вместе с этими звуками музыки, песен, каких-то музыкальных произведений, вместе с ними будет и шум зала. То есть, если на входные сигналы вы получите чистый звук без шума зала, то здесь на микрофоны вы получите именно общий, как вот на камерный микрофон вы получите звук вместе с шумами зала. Причем все будет зависеть уже от направления вашего микрофона. Если вы направите микрофон в сторону колонки, шум зала тоже будет писаться. Вот. Но его шума зала будет меньше, если вы направите микрофон в сторону колонки. Ну или динамика какого-нибудь, да? Или мониторов, без разницы. Но если вы направите в сторону зала, шума зала будет больше, чем, соответственно, музыки. Вот на этих двух каналах. И вот этот звук вы сможете смешивать с чистым звуком. Процентное соотношение вы уже можете подогнать в монтажной программе. Вот. Хотите больше шума, дайте больше микрофонов. Хотите больше чистого звука, дайте больше вот входного сигнала. Да? Вот. Как я это делаю? Я, исключительно из собственного опыта, может быть, даже исключительно из каких-то своих предпочтений, да, я выбрал такой путь, что я не направляю вот эти два микрофона в зал. Я не направляю их в зал по одной причине. Если мне музыкант накосячит, и входные сигналы я потеряю входные сигналы, допустим, там будет перегруз или пропажа сигнала или еще что-то, то вот эти два канала у меня будут на этих двух каналах, направленных в зал, у меня будет слишком много шума. То есть так же, как и на камерный микрофон, у меня шума будет больше, чем музыки. А банкет это чаще всего, там 80% это музыка. Поэтому акцент нужно делать на записи именно песен, музыки. Не на записи звука приоритет, а на записи музыки приоритет. Поэтому, если мне напортят входные сигналы, я хочу иметь возможность вот эту запись использовать как контрольную. Поэтому я разворачиваю в сторону одной колонки. И теперь у меня шумы зала будут тоже писаться, но их будет меньше. И вот этих шумов мне бывает достаточно. Да, я могу полностью исключить входные сигналы, использовать этот звук как контрольный. Да? Если вдруг мне накосячили со входом, я могу использовать этот звук, и он будет достаточным и достаточно хорошим. Единственный момент, который, возможно, я не смогу восстановить с помощью записи этого звука, это когда человек говорит тихо. То есть, если в колонках его голос не звучал, то эти микрофоны мне этот голос не запишут. Входные сигналы могут записать какой-то там тихий звук. А вот эти, если на колонках мы не слышали, как человек говорит, то эти микрофоны мне этот звук восстановить не помогут. Поэтому я выбрал такой вариант, 4-метровые кабеля, запись звука, входные на два тюльпанчика и два канала микрофоны мы направляем в сторону одной из колонок. Не слишком близко, на расстоянии 1,5-2, можно 3 метров. Вот. Чем дальше от колонок, тем больше шумов. То есть где-то 2 метра бывает в среднем. 1,5-2 метра до колонки я устанавливаю. Там и шумы зала попадают в микрофон. И, соответственно, музыка, которая звучит в колонках. Да, частоты могут быть где-то там высоких много, низких много. Это все после коррекции выравнивается, звук становится нормальным и так далее.
там басов может быть много, да, это тоже все корректируется, с этим проблем нету. Если вы в MP3 не пишете, пишите в WAV-формате, там есть запас, вы можете по эквалайзерам натянуть в монтаже все что угодно. Вот. Это что касается четырехканального, то есть идеальным вариантом, идеальным завершением хорошего звука у вас будет, когда вы хорошо записали входные сигналы и, соответственно, микрофоны. Если на входных сигналах мы можем получить, очень редко, но можем получить перегрузы, то есть искаженный звук, то на микрофоны это практически невозможно. То есть если вы, микрофоны у вас установлены на автоуровне, входные сигналы на автоуровне, если входные сигналы перегрузить можно, микрофоны перегрузить невозможно. Не было ни разу в жизни, чтобы микрофоны на входных, на автоуровне у меня были перегружены. То есть в любом случае вы получаете, если рекордер у вас не завис, не выключился и так далее, вы получите оптимальный звук на микрофоны. В любом случае, чтобы здесь не было. То есть хороший звук — это когда вы хорошо запишете входной сигнал и вот эти два канала, направленные в сторону одной из колонок. То это будет хороший звук. В принципе, он хорошим станет только уже на этапе монтажа, да, когда вы правильно сведете его, настроите процентное соотношение уровня шума зала и уровня чистого звука, настроите, допустим, где-то сильные падения по звуку, там кто-то слишком тихо говорит, кто-то слишком громко говорит, их нужно будет опускать и так далее. Вот эти все редакции, когда вы сделаете, вот тогда это будет хороший звук. И он будет намного качественнее, чем звук с накамерных микрофонов. Вот. И здесь это уже совершенно другой уровень обработки звука. Вот. И я не скажу, что мы там супер какие-то профессиональные звуковики, но мы видеографы, и у нас 30, 40, 50, может быть, процентов восприятия видеоматериала может зависеть от звука. Поэтому нельзя на это закрывать глаза, нельзя писать плохой звук, иначе ваше видео, какое бы оно там супер крутое ни было, будет смотреться плохо. Вот. Это что касается звуковых рекордеров. Звуковые рекордеры, которые я рекомендую, это Zoom H4n, Zoom H4n Pro, черную версию, не серую, а черную версию. И обязательно звуковые, ну, можете Tascam взять, DR100, там, DR05, я уже не помню, четырехканальные какие там бывают. Вот, Tascam X8, если кто хочет именно такой взять. Сейчас новые рекордеры от Zoom тоже вышли, 32-битные, можете 32-битные взять, да? Но обязательно берите четырехканальный. С двухканальным у вас будет больше проблем. Будет больше проблем. Пусть это занимает больше места, но у вас есть опять... Это вот как дополнительная камера, да? Вы пришли на однокамерную съемку, и у вас есть дополнительный человек, и вы понимаете, что даже если вам заплатят за одну камеру, вдвоем вам будет намного легче. То есть вам не придется переживать, что вы там не снимете, тут не снимете, здесь что-то не хватит там и так далее. Вот здесь этот звуковой рекордер, да, он выполняет вот такую задачу именно по звуку. Он пишет практически все, весь звук, а там уже выбирает, что вам, как лучше, так или так. У вас есть вариант выбора. Да, вы можете забить на звуковой рекордер и сделать монтаж исключительно с накамерных микрофонов, но у вас будет выбор. Вот. Занимает он немного места, поэтому если как бы если вы хотите хорошо работать, да, его надо тащить с собой, да. Некоторые хотят там упаковаться в маленькую какую-то сумочку, там два объектива, две батарейки, там две флешки и все. У меня больше ничего не лезет, я не хочу
такие большие рекордеры. Некоторые бывают. Это уже компромисс, это человек сам должен найти. Вот. У меня, я даже в маленькую сумку, я умудряюсь вот этот рекордер засунуть. У меня нет маленьких двухканальных рекордеров. Вот. Я пишу на четырехканальный всегда. Любое мероприятие, там детский праздник, без разницы, день рождения, все пишу на четырехканальный. Я хочу иметь выбор, да, выбор по звуку уже на монтаже. Хочу сделать хороший звук, могу сделать хороший звук. Не хочу сделать хороший звук, могу не сделать хороший звук. У меня есть выбор, да. Вот, поэтому четырехканальный звук для свадеб, он обязателен. Можете взять вот такой рекордер, он шестиканальный. То есть я могу два канала писать сюда, два канала сюда и два писать вот сюда. То есть что писать сюда, это уже отдельная тема. Четырехканального рекордера вам будет достаточно. Причем четырехканальный рекордер, я уже не раз об этом говорил, на моем канале есть отдельное видео по звуку, где я объясняю, как подключать, как настраивать эти рекордеры и так далее. Основной параметр, которым должен обладать рекордер, любой четырехканальный рекордер, это автоуровень. То есть возможность автоматически изменять уровень входного сигнала. Вот. Должна быть автоматическая возможность, потому что никто не будет там сидеть вручную, крутить эти крутилки, постоянно наблюдать за этим и так далее. Такой возможности у нас нет. Там записать на каком-то минимальном уровне, там на 2 или на 3, на значение 3, потом это все вытягивать, опять зависит уже от формата файлов. Если вы записали в MP3, там минус 20 дБ, у вас ничего не перегружено, там вы, возможно, у вас будут проблемы с восстановлением звука. Уже зависит от качества звука. Поэтому, если вы хотите оптимальный такой звук получить, где вот наименьшее количество вмешательств в сам рекордер во время записи, это должен быть автоуровень. Я понимаю, что вот сейчас, а вот есть Zoom 6, он крутой там, и так далее. Там Zoom 5 есть крутой, там, он стоит много денег. Они есть, они у меня тоже были. Там нет автоуровня, я такие вещи отсекаю. Я уже много раз с Zoom 6 работал, с этими ручными тоже работал очень много раз. Это куча проблем, вам это не надо. Если бы мы были звуковиками, то, возможно, там какой-то, может быть, есть смысл, да, писать вручную, на ручных уровнях, да. Может быть, это и то, там, какой-то профессиональный звуковик может вам сказать. Поэтому нет смысла писать свадьбу на четырехканальный рекордер, который не имеет возможность автоматически регулировать уровень сигнала. И на микрофоны, и на входные сигналы должен быть автоматический уровень записи. Вот. Некоторые рекордеры двухканальные могут не справляться с этой задачей. Бывают такие случаи тоже, но, допустим, в моей практике я чаще всего использовал Zoom H4n, H4n Pro. Такого у меня не было. На Zoom первом такое быть могло. То есть автоматический уровень берет какой-то уровень оптимальной записи песни, да, и где-то там кто-то выкрикивает в микрофон, резко уровень песни, бах, падает на какой-то уровень, и все остальное пишется уже на заниженном каком-то уровне. Такое случается, ну, чаще всего на каких-то двухканальных рекордерах. На Zoom 4 такое не встречается. Ну, я не видел, допустим, такого. И потом вот этот заниженный сигнал, он обратно уже в нормальный вид может не вернуться. Это бывает на первых зумах. Вот. Насчет Тоскама не могу вам ничего сказать. Тоскамом пользовался редко. Вот за исключением вот этого 32-битного рекорда. Так. Что касается банкета, да? Соответственно, флешки, рекордер четырехканальный. Четырехканальный рекордер должен быть обеспечен независимым питанием. Я не говорю про батарейки, которые должны быть всегда. Ваши батарейки в зуме, в рекордере, в любом должны быть всегда, они всегда должны быть заряжены.
Но пользоваться таким питанием мы не будем, потому что четырехканальная запись на такой рекордер не позволяет сделать непрерывную запись в районе 10 часов. То есть батареек на 10 часов может не хватить. А наблюдать там замена батареи, когда она сядет, там внезапно сядет и так далее, опять, это лишние проблемы, нам они не нужны, вам они тоже не нужны. Решается этот вопрос подключением Powerbank. Берете любой Powerbank, USB с Powerbank, и вот этот рекордер, допустим, питается с Type-C выхода, я подключаю USB на Type-C, сюда все, у меня питание непрерывное, Powerbank на 10 тысяч миллиампер, спокойно пишет весь день, в Powerbank еще остается куча заряда. Вот. И если вы хотите Zoom H4n Pro запитать, там, соответственно, USB на какой-то маленький джек идет. Вот. Тоже можно купить на Алиэкспрессе такие провода, ну, такой кабель, да, и можете использовать прямое питание от Powerbank. То есть, пока не сядет Powerbank, батареи на вашем рекордере, они использоваться не будут. Поэтому вот это независимое питание, никакой розетки и так далее не нужно, потому что смена напряжения, внезапный скачок и так далее, рекордер будет выключаться, там внезапная остановка, вы потеряете файл, это все нам не нужно. Я говорю про хорошую запись звука, поэтому я объясняю, как это делать. Потому что непрерывное питание на ваш рекордер уже не будет зависеть ни от музыкантов, ни от света, который в зале работает или не работает, да, ни от чего он зависеть не будет. Оборудование работает, звук пишется. Оборудование не работает, звук пишется. Разницы нету. Вот. То есть мы не зависим ни от чего. Как вот на камерах, когда вы используете родные батареи, вы тоже от розетки не зависите, да, свет выключили, вы продолжаете снимать. Вот здесь должно быть то же самое. Свет выключили, вы снимаете. И запас, конечно, вы можете там взять Powerbank там на 2000 миллиампер. Если хватает, если он надежный, ну используйте, да. И у меня Powerbank стандартный 10 тысяч, я его для разных целей беру, поэтому я ставлю его, я не хочу отдельный Powerbank покупать для этого рекорда. Вот. Это все, что касается хорошей записи звука на свадьбе, на банкете. Что делать со звуком за пределами зала? Как писать хороший звук? Мы все снимаем на либо DSLR камеры, либо беззеркальные камеры, да? И чаще всего эти камеры не оборудованы профессиональными входами, микрофонами, да? То есть это XLR, мини-XLR и так далее. Чаще всего эти камеры, они оборудованы вот такими входами, маленькими 3,5-миллиметровыми, да, входами для микрофона. То есть вы имеете возможность опять за пределами банкета, там дома, сборы, в гостях, где-то в фойе, допустим, во дворе, разницы нету. Вы имеете возможность писать нанокамерный звук. Накамерный звук – это всегда самый отвратительный звук, который вы можете получить на свадьбе. Это самый отвратительный звук. То есть накамерный звук можно использовать только в качестве интершума. То есть где-то вы хотите шума добавить, чуть-чуть там люди сидят там, и так далее. Вы можете использовать в нескольких кадрах накамерный звук. Но когда люди начинают говорить, тосты, пожелания и так далее, накамерный звук – это чаще всего непригодный будет звук. Чаще всего. Вот. Опять, все зависит от вашего уровня. Если вы только купили камеру и еще вообще не понимаете, как будете делать монтаж, да, вы кому-то отдаете там на монтаж, вы не хотите сильно загружать свою голову и голову других, вы можете писать все на камерном и отдавать все с накамерным звуком. Вот. Если вы уже более-менее начали понимать, что такое хороший звук,
из чего он состоит, как его записывать, какие устройства есть для записи хорошего звука. Вот для тех людей я сейчас и это все записываю. Теперь, что касается записи звука на вот эти беззеркалки и зеркальные камеры, да? Вот. XLR-входом они не оборудованы, чаще всего у них есть устройства дополнительные, да, с XLR-входами. У Sony есть такое, у Canon DSLR, по-моему, такого устройства пока нету. На камерах у Canon чаще всего бывает, на обычных наплечных камерах. Вот. Но на этих камерах, по-моему, у них нету для подключения профессиональных микрофонов. Теперь... Есть профессиональные микрофоны, да, они все с XLR-входами. То есть вот такие входы на микрофон на задней части будут. Профессиональные микрофоны всегда чаще всего нуждаются в питании. То есть для микрофона нужна будет батарейка, вы ее должны будете постоянно контролировать. Профессиональные микрофоны, они могут быть там, длиной до 27 сантиметров. Они могут быть достаточно длинными, да. И представьте себе, если у вас, ну, допустим, вот такая, такой... фотоаппарат, ну, такого объема, да, у вас микрофон будет вылетать, ну, вот так, да, вперед. И вы будете там им людей задевать и так далее. Вы еще должны контролировать батарею. На некоторых профессиональных микрофонах нет индикации. Только когда пропадает звуковой сигнал, вы понимаете, что села батарейка там и так далее. Вот. Поэтому на камерные микрофоны можно использовать, ну, уже когда бюджет слишком вот зашкаливает, и вы хотите вообще супер круто все сделать, тогда да. То есть в кино удочка, профессиональный микрофон там за 70 тысяч, да, отдельное питание какое-то на этот микрофон, он супер кардиодный, пишет исключительно говорящего, все шумы отсекает. Это все высокобюджетные какие-то проекты. Для свадьбы профессиональные накамерные микрофоны это нет необходимости в них. Поэтому берем микрофоны попроще. Микрофоны попроще, это вот обычно бывают такие небольшие микрофоны, там Rode чаще всего используются. Они подключаются вот таким кабелем к вашей камере. И вы получаете уже какой-то более или менее нормальный звук. В отличие вот на камерного звука, вы получаете более или менее хороший звук. Эти микрофоны тоже... могут быть разные направленности. Бывают микрофоны, которые пишут круговой направленности, бывают микрофоны, пишущие восьмерку, то есть и вперед, и назад. То есть вот если есть микрофон, он может писать по кругу. Вот все шумы по кругу одинаковой громкости будут. Есть микрофоны, которые пишут восьмеркой, то есть берут и спереди хорошо звук берут, и с задней стороны, а бока отсекают. То есть вот эти голоса и звуки, которые находятся сбоку, слева, справа от микрофона, они будут слышны, ну, гораздо меньше. Вот. То есть существуют микрофоны разной направленности. Есть кардиодные, которые, ну, пишут вот только вперед, да, какой-то сегмент, участок впереди от микрофона. Есть суперкардиодные, это супернаправленные микрофоны, которые пишут, ну, исключительно вот узкую область, да. Допустим, три человека стоят, и вы направили, допустим, суперкардиодный микрофон на центрального человека. И если вместе с ним будут разговаривать два боковых тоже с такой же громкостью, их будет слышно меньше. Вот. Это зависит от направленности микрофона. Вот. Поэтому... есть вариант компенсировать плохой звук на камерный с помощью вот накамерного микрофона. И микрофон, который вы будете устанавливать, чаще всего его нужно оставлять на весь день. То есть нет моментов, что микрофон там записали, убрали, потом не используем и так далее. Да? То есть накамерный звук, он же всегда плохой? Да, он всегда плохой. Поэтому микрофон, который вы устанавливаете на камеру, он должен стоять у вас всегда. Какой там направленность, он кардиодный, не кардиодный, восьмерка, круговая направленность и так далее, зависит уже от самого микрофона, от его цены, от качества и так далее.
Я использую вот такой микрофон. Это последний микрофон от Sony. Стоит он, ну, по-разному. 30-50, там, на Озоне 80 тысяч есть. Вот, за, ну, за 35 тысяч на Алиэкспрессе можете взять вот такой микрофон. Сейчас я вам целиком его покажу. Вот такой микрофон. Вот. Причем у него вот здесь есть направленность. Вот это супер, суперкардиода. Вот это узкий сегмент. Потом есть чуть пошире. Когда два человека в кадре, допустим, по пояс. Вот это когда, допустим, 3-4 человека, может быть, в кадре по пояс. Да? Вот это круговая направленность. Что там еще есть? Это вот только пишем звук только человека, который стоит за камерой. То есть я стою и что-то комментирую, да, снимаю для блогов чаще всего. Я могу писать звук себя. Микрофон при этом поворачивать не нужен. Вот. Соответственно, вот восьмерка. То есть пишу голос и за камерой, и спереди, да, то есть если я с человеком общаюсь, какое-то интервью, держа в руках камеру, я могу писать одновременно звук и себя, и его. То есть вот этот микрофон дает возможность, вот этот микрофон дает возможность манипулировать вот направленностью звука. Вот. Чаще всего бывают микрофоны одной направленности. Чаще всего они бывают одной направленности. Допустим, просто кардиодный микрофон. Он будет брать просто какую-то узкую область спереди, да? Звук, попадающий только спереди в камеру, будет браться. Вот. Все, что сзади, он будет отсекаться. Вот этот микрофон, он достаточно универсальный и многозадачный, я бы сказал. То есть для различных вариантов записи звука. Я могу установить вот такую направленность. Это я пишу все вокруг. Причем одинаковые громкости будут попадать, как шумы слева, справа, сзади, спереди, разницы нету. Громкость будет одинаковая. И вот чем хорош вот этот режим круговой направленности, где бы я ни находился в зале, шум и музыка будут практически одинаковы. То есть близко я к колонкам, далеко я от колонок и так далее, шум и уровень звука, он практически одинаковый. Будет. Вот в этом режиме. А если я установлю, допустим, вот этот режим, то если я в сторону колонок направлю, у меня будет больше, допустим, музыки, а если я в другую сторону, отлично от стороны колонок направлю, да, у меня будет больше шума. Вот. А здесь у меня звук, он будет монотонный, одинаковый, где бы я ни находился в зале. Ну, опять, это узкая какая-то задача, где вы ее примените, я не знаю. Я вам просто объясняю, как вот пользоваться этим микрофоном. Далее, чем хорош этот микрофон? Этот микрофон хорош тем, что у него есть как автоматическая настройка, вот здесь, автолевел. Он может автоматически регулировать сигнал, который на него подается, так и ручная. Вот вы переключаете, и вот у него есть крутилка. Вы вручную можете задавать уровень громкости. Я рекомендую любые пожелания, тосты, обращения, интервью и так далее, все писать на ручном, чтобы сигналы автоматически не увеличивались, когда человек задерживает паузу. Да? Вот, допустим, вот как сейчас я сделал паузу, в этот момент, если стоит автоматический уровень записи, то у вас может быть поднятие уровня шумов. То есть шумы станут явными, когда я снова заговорю, шумы опять опустятся вниз. Чтобы с этим не мучиться при записи каких-то голосовых разговоров и так далее, на пожелание обязательно ставьте ручной, выставляйте уровень, предварительно несколько слов попросите человека сказать, и ну, делайте там кардиоду, да, вот этот режим поставьте, ручной уровень, и записывайте. Все. Вы получите уже какой-то оптимальный звук, кардиодный звук. Вы отсечете определенное количество шумов, которые будут слева и справа. Вот как я говорил, хороший звук – это когда вы имеете возможность регулировать уровень шума.
уровень шума. Вот если здесь мы уровень шума регулировать не можем, но мы можем шум отсечь. Определенный шум мы можем отсечь. То есть если в звуке будет мало шума, этого уже будет достаточно нам. Даже если, ну, в последующем нам там регулировать и так далее не придется, или придется. Уже будет мало шума, это уже хорошо. То есть в отличие от накамерного микрофона, результат на какой-то внешний микрофон будет гораздо интереснее. Вот. И чаще всего, наверное, я тоже скажу в пользу кардиодных микрофонов, если вы на свадьбу покупаете какой-то микрофон, берите кардиодный микрофон. Кардиодный или суперкардиодный микрофон. Где-то в параметрах, характеристиках почитайте, есть ли направленность у микрофона. Вот, если вы увидите даже такие знаки, иногда бывают на микрофонах, это означает вот этот, и вот этот означает кардиодный микрофон. Если вы увидите вот это, то это будет широкая направленность. Если вы возьмете вот этот, восьмерку, да, то у вас тоже могут быть проблемы. Вот. Поэтому внешний звук, который мы будем писать на свадьбах, это часть всего пожелания, кто-то что-то сказал. То есть это люди, говорящие в камеру, да. Редко бывает, что нам нужен там во время съемки шум какой-то со стороны. Чаще всего это нужен будет кардиодный микрофон, поэтому при выборе каких-то внешних микрофонов с вот таким джеком 3.5, да, потому что большинство камер обладает именно вот такими входами микрофонными, вот, и берите микрофоны Rode там, или других фирм, кардиодные, с вот такими ходами. Так, что касается вот этого микрофона, это микрофон Sony ECM-M1, есть BM1, это он такой чуть удлиненный, вот это самая последняя версия, она короткая, вот у него 4 микрофона сверху, и вот с помощью этих 4 микрофонов она регулирует направленность, в какую сторону, откуда звук писать и так далее. Теперь, вот конкретно этого микрофона, что еще скажу. Совсем недавно узнал. Вот здесь сбоку на микрофоне написано 10 там, децибел, 20 и 0 децибел. Но не написано плюс или минус. Это отвратительный ход, потому что надо писать минус 20 дБ или плюс 20 дБ. То есть мы усиливаем звук или не усиливаем. Опять, это можно понять только экспериментальным путем. Я-то понял, что это минус 20 дБ уже экспериментальным путем. Но когда ты смотришь и хочешь купить микрофон, на нем есть значение, но нет, это усиливающее значение или наоборот, понижающее значение. То есть чаще всего вот эти звуковые параметры с децибелами связаны, они всегда обозначаются там знаком плюс или минус, то есть усиливается сигнал или понижается сигнал. Но здесь этого нету. Вот. На самом деле это минус 20 децибел. То есть есть 0 децибел, минус 10 децибел, минус 20 децибел. То есть если слишком громко звучит музыка в зале, допустим, вы можете сделать минус 20 децибел, и звук у вас нормализуется. Этот микрофон, он 24-битный. Вот, это тоже относится к качеству звука. Он 4-канальный. То есть вы имеете возможность записывать как кардиодную направленность, 2 канала, да, вместе с кардиодной направленностью, то есть вот этот звук, который идет от говорящего. У вас есть еще один канал, который пишет общий шум. И еще один канал, который пишет общий шум минус 20 дБ. То есть вы можете использовать 3-й, 4-й канал. Если вам нужно увеличить количество шумов, вы можете взять 3-й, 4-й канал вот с этого микрофона. Они записываются в видеофайл на камере.
И вы можете просто во время монтажа либо первые два канала, либо там третий, четвертый, как-то их использовать, либо не использовать. Опять, у вас есть выбор. Я, если есть выбор, я всегда пишу на всю катушку. Да? То есть у меня 4 канала есть, я пишу 4 канала всегда. То есть монтажи я могу просто одним щелчком взять 2 других канала, зарубить, да, не использовать их и все. Но у меня будет 4 канала. Вдруг что, на всякий случай. Вот. Поэтому вот у меня такой, единственное, с чем я не разобрался, это вот аналоговый и цифровой. Вот. Сигнал. Скорее всего, это относится к сжатию звука. Оно происходит внутри микрофона, или отсюда выходит аналоговый какой-то там сигнал, и сжимается он уже внутри камеры. Ну, я так думаю, что это вот именно этот параметр. То есть переключатель аналоговый, цифровой. Если вы знаете, я не звуковик, вот, объясните, что за переключатель аналоговый, цифровой. Вот, это что касается репортажной съемки и записи репортажного звука. То есть это когда у вас нет времени быстро, допустим, надеть микрофон, снять, как, там, направить на кого-то, подключить и так далее. То есть когда вы пишете репортажку, при этом вам нужен хороший звук, хороший качественный звук, вот это решается вот с помощью внешних микрофонов. Теперь, есть, ну вот данный микрофон, он подключается без проводов. То есть у них есть контакты Sony. На любую камеру Sony он подключается без проводов. Вот это преимущество этого микрофона, что здесь не нужны провода и не нужны батарейки. То есть зачастую какие-то более-менее серьезные, хорошие микрофоны всегда идут с какой-то батарейкой. То есть вы должны регулировать, наблюдать за этим. Села батарейка, надо новую купить и так далее, или зарядить. Вот. А этот микрофон, он идет без батареи, он питается от самой камеры. Питание ему не требуется. Подключили, он сразу работает. Так, что делать, если нам нужен вот прям супер хороший звук интервью какого-то? Понятное дело, допустим, в комнате, где никто не говорит, допустим, 2 человека в комнате, вы можете записать хороший звук на суперкардиодную направленность на этот микрофон. Можно ли записать звук лучше, чем на этот микрофон? Да, возможно. Возможно. Потому что так или иначе, между вами, оператором и допустим, тем, кого вы снимаете, да, у вас будет расстояние, и весь шум или акустика, да, в зависимости от расстояния, у вас в любом случае будет какой-то уровень шумов слышимых. И чем дальше вы будете стоять, допустим, если вы снимаете на 70-200, хотите по пояс с красивым размытым фоном, вам придется отойти там, на 6-7 метров, да? И тогда шумов станет чуть больше. Так как здесь мы не имеем возможности регулировать количество шумов только с помощью кардиода, да? Мы этот момент можем регулировать уже с помощью вот таких беспроводных микрофонов. То есть на расстоянии, допустим, 4 метров, на расстоянии уже 4 метров и больше, желательно использовать петличные микрофоны. Это могут быть беспроводные системы, это могут быть проводные системы, разницы нету. Просто с проводными системами возни больше. Возможно, они пишут звук лучше, но возни там больше. Поэтому есть беспроводная система. Одна часть подключается к вашей камере, а вторая часть крепится на человека. Вот таким образом. Там, если у него костюм, можете под костюм защелкой наверх, чтобы микрофон был полностью под костюмом, то есть чтобы его было видно вот так. Вот. Иногда его бывает даже не видно совсем, и это хороший тон, когда вашего этой штуки не видно вообще. Либо завязать на ленту и кинуть под одежду в направлении, вот здесь микрофон, да, чтобы микрофон смотрел наверх.
То есть взять ленту какую-то, у меня есть ленты тоже с собой всегда бывает. Я цепляю на ленту, кинуть под рубашку, под одежду и так далее. И вот он под одеждой вот так у вас может быть. Это уже как бы хорошо, да? То есть микрофона не видно, но звук при этом очень хороший, чистый. Вот. Есть петлички. С собой петличку обязательно тоже таскаю. Можете подключить уже сюда петличку. Эту штуку засунуть в карман. А под одеждой протянуть петличку. И вот такой маленький петличный микрофон будет у вас где-то болтаться. Либо на воротнике, либо на пиджаке, либо под пиджаком и так далее. На расстоянии 6-7 метров. Либо если в месте, где вы записываете звук, очень много посторонних шумов, в этих случаях спасают беспроводные микрофоны, либо проводные петличные микрофоны. Вот. На камерном микрофоне можно записать хорошо звук, допустим, в пустой комнате, либо не в пустой комнате, но когда вот этим микрофоном до, допустим, 2-3 метра, до 3 метров я могу, от человека до 3 метров я записать могу хороший звук. У меня будут шумы, но тем не менее голос у меня будет на первом плане. Вот. Если расстояние уже больше, или если мы получаем какой-то фон более активный, да, то, допустим, звучит музыка где-то на фоне, да, а вы при этом хотите записать хороший звук, или кто-то там где-то танцует во дворе, а вы не хотите этот шум взять, не имеете возможности, короче, отказаться от этих звуков, да, закрыть дверь, закрыть окно, или там закрываете все равно слышно, а вы хотите чистый звук, вот эти микрофоны, петли, беспроводные, вас спасут. Они есть любой фирмы, там, китайские, Комика, там, вариантов валом. Валом, берите любые за 6, за 7, за 10, за 15 тысяч, вот такие беспроводные микрофоны. На 2 человека бывает, на 1, вот эта система на 1. Rode Wireless Go называется. Вот, вот это ее комплект. Вот. Когда вот этот микрофон есть, вы можете уже спокойно не переживать за болтовню в стороне. Допустим, 30 человек, гости приперлись со стороны там жениха или невесты, они все болтают, там говори, не говори, они не слышат. Даже в этот момент вы можете на кого-то нацепить быстро вот этой скрепкой, зацепить на кого-то микрофон. Вот так. Ну, не на футболку, конечно, так некрасиво. Но вы можете подключить быстро микрофон и записать хороший звук. И звук у вас будет на первом плане. То есть эти шумы, которые будут там в стороне, если на камерный микрофон они будут отчетливы, то на петличный вот такой беспроводной микрофон они будут достаточно вдалеке. Но есть один момент, который не понимают люди, пишущие на петличке, на какие-то микрофоны. Любая запись голоса, звука, пожеланий, тостов и так далее должна вестись на ручном уровне записи. На ручном уровне записи. Никакой автоматики здесь быть не должно. Потому что человек во время разговора может словить какую-то паузу. И чтобы микрофон во время этой паузы не поднимал шумы, вы должны его выставить на ручной уровень. Вот вы должны на самой камере, вот допустим, если я использую вот эти микрофоны, я на камере выставляю уровень звука на 6 или на 9. Вот. И получаю достаточно хороший звук. Даже если человек тихо сказал, я могу этот звук потянуть, вытянуть и так далее. Все нормально будет. Вот. А если значение больше, там 10, 15, 20 децибел стоит на камере, могут быть пики, зашкалы. Поэтому на вот таких беспроводных микрофонах
старайтесь уровень громкости выдерживать такой, чтобы ну, не зашкаливало, потому что с этим потом уже проблем будет больше. Не справитесь с восстановлением звука. Вот, то есть у меня три варианта, три устройства для записи хорошего звука на свадьбе. Основное это четырехканальный рекордер, который пишет банкет. Второе устройство это накамерный микрофон, который подключен всегда, постоянно. И вот в этом режиме чаще всего я его использую, вот в этом. Вот где точка стоит. Вот. Чаще всего в этом режиме, когда пишу там пожелания или не успеваю установить вот эту штуку, я могу записать вот человека в этом режиме. Там по пояс я его записываю, суперкардиота, все шумы отсекаются и так далее. Если у меня есть время, и я никуда не спешу, и люди никуда не спешат, я устанавливаю вот эти микрофоны, пишу пожелания, тосты, все остальное, весь звук хороший, качественный. И получаю ее сразу на камеру, этот звук. Вот с помощью этих беспроводных микрофонов. Тем самым мы получаем максимально качественный звук за пределами банкетного зала, насколько это возможно. Вот. Любой фоновый шум, либо кардиодный звук, опять в репортажном стиле, хороший звук, мы получаем вот на этот микрофон. Можем получить. И решаем вопрос со звуком в зале вот на этот рекордер. То есть вот это вся звуковая техника, которую я ограничиваюсь для записи хорошего звука. Вот этот весь звук. Много места, наверное, на два объектива. Приблизительно место оно занимает как вот два объектива вертикально в сумку вы поставите, вот приблизительно вот столько места занимает хороший звук на свадьбе. Вот. Ну, плюс Powerbank добавьте вот сюда. И все. Вот. Если у вас вопросы есть по записи хорошего звука и какие-то варианты и так далее, более сложный вариант, более качественный звук, он возможен. И я могу этот вариант вам тоже объяснить, но вряд ли он будет кому-то интересен из людей, которые снимают свадьбы. Вот. То есть это удочки, покупка дорогих микрофонов. Я даже эти дорогие микрофоны вам могу посоветовать, почему они хороши, объяснить и так далее. Но я этого делать не буду, потому что ну, здесь у нас этим никто не заморачивается. В редких случаях, но ну, я видел, как, допустим, в Штатах большие команды, там на 5, на 6 человек, они пишут вот с помощью удочки звук, да. Там люди, допустим, в круг собрались вокруг стола, и кто-то там говорит пожелание, да. Есть отдельный звуковик, который вот сверху подает микрофон над говорящим. Этого микрофона в кадре не видно, но при этом он получает хороший звук. Опять, все относительно. Пока он поднесет этот микрофон, звук будет слышен этого человека хуже. То есть, если у вас какая-то постановочная съемка, да, вы это все решите, это улучшит качество звука, вот эта удочка, да, с микрофоном. Но если это репортаж, чаще всего там такие бывают провалы, да. Человек внезапно начинает говорить, и пока человек с удочкой туда как-то залезет, поднесет микрофон, а до этого момента звук такой бывает не очень хороший. Вот. Поэтому здесь вопрос такой. Насколько хорошо вы хотите писать звук, да? Могу объяснить про запись звука пятиканального. То есть, если вы ориентированы на какой-то дорогой сегмент съемки, где вы там 4К, 8К уже предлагаете, то там, соответственно, уровень звука у вас тоже должен быть соответствующий, да, то есть если вы уже 8, залезли в 8К, то вы уже должны, я так думаю, что предлагать хотя бы пятиканальную запись звука, вот. То есть уровень видео подняли, тащите вслед уровень звука тоже, вот.
Можно ли улучшить уровень звука? Да, можно улучшить. Вот 32-битный рекордер. Будет звук лучше? Да, будет. Однозначно звук станет лучше, если вы возьмете там 24-битный рекордер или 16-битный рекордер. Или 32-битный рекордер. Звук здесь лучше, однозначно. Сразу слышно на слух. Вот как вы отличаете там хороший там, Full HD 4K, вот так 24 бита звук, 32 бита звук, он вот разница есть, сразу вам говорю. Вот. Помимо качества звука, вы еще можете вот заморочиться с этим пятиканальным звуком. Как писать пятиканальный звук? Если вам интересно, в отдельном видео я расскажу, как писать пятиканальный звук, как его монтировать, как его сохранять в видео и так далее. Это все могу объяснить, рассказать, но сейчас вот, наверное, этот эфир мы завершим. Если у вас вопросы есть по записи звука, задавайте, спрашивайте, я отвечу на ваши вопросы. Вот он звук. Микрофон беспроводный и таскан. Так, если вопросов нету, тогда во время их появления можете оставить комментарий. Я стараюсь отвечать на все комментарии. Пока что их не так много, чтобы я там забыл про свою личную жизнь и писал вам только ответы, да? Вот. Бывает, приходит такой момент, когда комментариев становится слишком много, и отвечать уже физически ты не можешь, и записываешь какое-то видео, да, которое отвечает на большинство вопросов в комментариях. Вот. Пока что я отвечаю практически на все комментарии, поэтому спрашивайте, пока я здесь. Всем хорошего дня, пока.